Харис Ханжич готовится в Саранск. Выбирай телефоны саранских такси. Сегодня куда-то вечером собрался ехать, да, Харис? Да. Собрался. Только отель, гостиница. Видишь? Победа. Надо победа. Все от тебя зависит, Харис. Команды. Ну и от тебя, Харис. От команды и от Хариса Ханжича. Но у нас, правда, еще есть твой друг-бомбардир. Харис Ханжич, человек болт. Ваниш. Ваниш? Ваниш. Пятновыводитель. Ваниш. Давид Юрченко. Нет, ты туда. Я сюда. Ты там сидишь? Ого. Что там сидишь? Не, ну. Как выяснилось, по домашнему адресу Александра Зинченко в Украине уже пришли три повестки в армию. Из-за этого он немного расстроен. Это проблема, Саша. Ее надо решать. Ты в какие войска хотел бы пойти служить? Морпехом хочешь быть? Зашли в самолет, а здесь уже сидел Антон Килин. Видимо, из Ижевска прилетел. Ижевск... Не Ижаве. Сараве. Сараве. Из Саранска прилетел Антон Килин, скажем так. Так правильно. Сараве. Саратову прилетел Антон Килин. Посмотри, Саш, твоя фотография. Да. Круто. Конечно. С такими соседями, знаешь? Ну да. По фотографии. Завтра победа, победа. Еще победа. 2-0, Рубин Казан. Кто голы забьет? Я, Диего. Марсия, Диего. Посмотрим. Диего. Вот так вот живут у нас бразильцы. Диего, пол второго хорошо играть будет, да? Конечно, брат. Тепло, наверное, да? Тепло, наверное, брат. Сейчас поедем домой, брат. Mm. Премьер-лига, брат.
А сегодня было жарко тренироваться? Конечно, да. А завтра будет еще жарче? Да. Кто это придумал, думаешь, играть в жару? Не знаю, брат. Хороший вопрос. А в Бразилии тоже играют плюс 33? Конечно. На 35-40 будет. Ну, то есть для тебя это нормально будет погода? Не знаю, брат. Я давно здесь. Ну, на синтетике хорошо, да? Ноги горячие. Ноги горячие. Вес сбросить зато можно. Брат, да, брат. Завтра надо уйти, брат. Знаю, брат. Мы приехали за победой. Конечно. Итак, футбольный клуб Уфа прибыл в Саранск на домашний матч с казанским Рубином. Может возникнуть логичный вопрос. Почему именно в Саранск? Ведь все последние удачные домашние встречи Уфа играла в Перми. Так вот, пермский «Амкар» запросил аренду на этот матч вдвое больше, чем обычно. Возможно, у пермяков возникли какие-то финансовые проблемы, и они решили таким образом их решить за счет уфимского клуба. Но Уфа выбрала Мордовию, я имею в виду домашний стадион Мордовии, стадион «Старт», и будем верить в то, что не ошиблась. Все-таки мы приехали сюда только за победой. Если говорить о составе на завтрашний матч, то у Уфы есть определенные проблемы. Из-за травм в матче не примет участие Эммануэль Фримпонг, Максим Симакин, Вагиз Галиуллин и Павел Аликин. Уфа решила отказаться от предыгровой тренировки в Саранске. Дело в том, что жара стоит страшная, плюс 33 в тени. И Игорь Владимирович Колыванов просто решил поберечь ребят. Пусть, как он сказал, пусть они лучше выспятся, наберутся сил, тем более, что матч начнется раньше, чем обычно мы играли, полвторого дня. И, наверное, ничего нет в этом страшного, что главный тренер решил поберечь своих ребят. Если говорить о завтрашнем результате, то уфимцы будут играть только на победу. Нам нужно остаться в премьер-лиге, и я думаю, что в данном случае это может перевесить даже желание казанского «Рубина» получить место в Еврокубках. Победа, победа, еще раз победа. И в заключение хотелось бы обратиться к любителям футбола из Саранска. Пожалуйста, приходите завтра на стадион поддержать футбольный клуб Уфа. Ваша Мордовия уже нам не конкурент, точнее, мы уже не конкурент ей. Она уже решила все свои задачи на сезон, а вот нам нужно остаться. Мы столько раз приезжали к вам, что Саранск стал для нас уже вторым домом. Пожалуйста, придите и поддержите. Если ваша поддержка скажется положительным образом на конечном результате, то мы искренне скажем вам спасибо. Приходите.